Праздник славянской культуры прошел в Лангепасе. Здесь организовали выставку декоративно-прикладного творчества. Местные мастерицы поделились своими поделками. Представили вышивку нитками и бисером, резьбу по дереву, расписные чашки и чайники. Главная часть праздника – это концерт. На сцене выступили 43 коллектива – русские, украинцы, белорусы. Народы, у которых общая многолетняя история, им не нужен переводчик. Этот фестиваль славянской культуры стал первым в городе. В будущем на него планируют приглашать участников и из других городов. Так приятно, мы заходим, и тут столько выпечки всякой красивой, и чай очень. Молодцы. Умеют русские и белорусские народы жить вместе. Необыкновенно хорошо. Просто, как вам сказать, вот второй стакан уже пью.